Так, всем привет. Сегодня у нас Ронни О'Салливан, Нил Робертсон. Чемпионат мира 2012 года, четвертьфинал. Фрейм под номером 2. Рефери Ян Верхас. Показывает общее число очков по турниру. У каждого по 2000. Пока что оба отыгрываются. Позиция все больше и больше накаляется. Есть шар для атаки у Ронни, непростой. Не забил Ронни тот дальний шар. Начал атаку Нил Робертсон. Позиция в целом неплохая, разве что без черного. Нил Робертсон, 18. Дождался своего шанса Ронни. Нил Робертсон набрал всего лишь 18 очков. Eleven.
Отличный удар. Наиграл себе красный. 18. 23. Повезло тут Ронни. Плохой он вообще-то выход сделал на красный. 38. Срезал его и удачно прикатился черный. 45. Ронни сыграл фреймбол. Счет 1-1. 68. И очков на сотенную серию здесь хватает. Как раз ровно 100. Может получиться. 75. 82. 83. 100. Хорошей серии выиграл фрейм Ронни. Ну а теперь перемещаемся во фрейм под номером 6. Каждый сделал по одной сотенной серии. Neil Robertson, 1. Неудачно Нил Робертсон отыгрался. И всю поляну оставил Ронни О'Салливану. Правда, позиция здесь очень тяжелая. Два открытых красных. Или три. 13. Довольно сложный удар сейчас предстоит. 19. Ну, что-то наиграл. 31.
37. Довольно сложными ходами приходится играть. Ну вот, наконец-то подбой. Ну, думаю, тут Ронни уже не составит труда закончить этот фрейм. Самое сложное уже сделал. Может еще одну сотню сделать Ронни О'Салливан. 93. 93. I'm a friend. I'm O'Sullivan.